Многие думают, что футбол не женское дело. Но мамочки со всей страны доказывают обратное. 160 спортсменок из городов Подмосковья, а также Брянска и Смоленска приехали в Химки, чтобы поучаствовать в турнире по футболу среди женских команд «Дамы первые в спорте». Большинство участниц заразились любовью к футболу, глядя на мужей и детей, которые стали заниматься этим видом спорта. Сначала футбол был обычным хобби, а когда вошли во вкус, признаются, захотелось большего – соревнований и, конечно, побед. Мы создали свой турнир и сделали сборную. Вот теперь мы здесь со сборной Смоленской области. Впрочем, не все участницы футбольного турнира переняли это увлечение. Некоторые сами стали примером для своих домашних. Екатерина Николаева – капитан химкинской команды «Мам-Сити». Став мамой троих детей, решила заняться футболом, чтобы отвлечься от домашних дел. А позже увлеклась настолько, что собрала команду. Нам уже год, и мы год знакомы. И мы со всеми знакомы, со всеми дружим. Как вот встреча старых друзей, можно так сказать. Ну, подружек, да? Да. Глядя на то, как ловко мама владеет мячом, сын Владислав решил, что тоже хочет попробовать. Я просто захотела с ней сходить, но тоже. Я знаю, как играть. Я играл просто, ну, мне команда моя не нравилась прошлая. Мне захотелось получше команду, где лучше будет учить. И мы с мамой, ну, мама выбрала Химки. Мам, Сити, вперед! Ура! Поддержать женщин на поле приехал глава городского округа. Дмитрий Волошин отметил, турнир по футболу среди женских команд в Химках – уникальное спортивное событие. Мы безумно рады, что турнир среди женских команд проходит именно у нас, в спортивной столице Подмосковья, Химках. Несмотря на то, что по всем меркам наш город еще относительно молодой, но он уже успел завоевать титул спортивной столицы региона. И все благодаря нашим жителям активным. Для того, чтобы быть активными, сегодня в округе есть все условия. Это отмечает председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Я хочу поблагодарить, дорогие друзья, приглашенные нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за его поддержку. За его поддержку в проведении вот таких мероприятий. За то, что благодаря его вниманию в Химках строятся и развиваются спортивные объекты, ремонтируются. На поле стадиона «Новые Химки» несколько часов шли матчи между 16 футбольными командами. По результатам игр обладательницами бронзовых медалей стала команда «Аэрофлот». Серебро турнира взял «Троицк», а безоговорочный лидер – команда «Мамы» из Москвы. Футбольный турнир «Дамы первые в спорте» провели при поддержке партии «Единая Россия». Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.